как раз все будет. Эксклюзивный материал, сэр. Эксклюзив. Да, тут не поспоришь, конечно. У тебя белая такая, где-то принц. Теперь она не белая. Теперь ты точно гетто принцесса, она бело-розовая. Че, за команду или за имена? За имена широкие растянем. Широкие имена. Широкие. Legend. У меня, кстати, тоже розовый есть. Ой, как хорошо. Что ты снимаешь? Я крашу вагон. Маляр дохуяшься? Да. Телек. Свет какой-то говняный, блядь. Такой же, как у тебя почти. Ты гетто-принцесса, что ли? У нас вагон, на Америка была гетто-принцесса. Вот звезду тут посреди оставить, такие звездочки поедут. Ну хорошо, что мы вдвоем, слышь, большие куски делаем. Потому что вот Дина в вагоне рисует. Да вот я. То есть линия. У тебя, кстати, вот тут не залито, может как раз спилить. Да, да. Дальше, когда. А. Фиолетовый есть на фон, но я уже контур сделал.
Слушай, цвет пиздатый. Надо ждать, пока подсохнет. Да, пиздец, жрет. Странно, оранжевый сразу кладет. Он говорит, ты что, эту хуйню оставил? Рисунок. Я говорю, ну да, а что? Тут какие-то солевые рисовали, без пузыря не разберешься. Отсохло уже, нифига, вот она и лупит. Я один раз только взял, чтобы просто так в магаз не заходить. Белый вообще Гарри, будешь ждать? Я думаю, нет.
Есть. А? Есть уже. Вот Абук предложил что не Мусора подъехали. Нет, что-то Векман говорит, вот говорил. С какой стороны он сказал подъехать? Он не сказал. Позвони Кириллу.